Алексей Николаевич Сенюшкин, тренер сборной ДУФУ. Алексей Николаевич, 2 очка после 7 матчей, последнее место в таблице. Как будете исправлять ситуацию? Да как, тут просто ситуация такая, что завоевывали путевку одна команда, по факту играет другая. Ну, пацаны получают колоссальный опыт. Только так, что, ребята больше нигде так в таких матчах не сыграют. Ну, будем стараться играть, как можем. Две игры с лидерами, 14 человек в заявке. Как будете настраивать команду? Есть ли силы у ДУФУ, чтобы справиться с следующими соперниками, которые занимают лидирующие позиции в таблице? Скажу так, что говорю, мы только приехали сюда получать колоссальный опыт, а там дальше как будет. Потому что уровень технико-тактических знаний у наших пацанов, ну вот, которые сейчас у нас учатся, но они не доходят до такого уровня. Поэтому такой результат негативный. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Удачи вам в следующих матчах.